При полном аншлаге в Елабуге в эти дни идут показы фильмов международного кинофестиваля «Краски мира». Горожане увидят 12 картин, которые затрагивают самые острые проблемы молодежи. На форуме побывали и наши корреспонденты. Ян Форстром живет в мире кино 14 лет, пишет сценарий, создает фильмы. В профессиональном багаже уже 13 картин. Лента «Хороший сын», которая получила финский «Оскар» за лучшую женскую роль, Ян привез в Елабугу на первый международный молодежный кинофестиваль «Краски мира». В кинокартине «Хороший сын» поднимается вечная проблема отцов и детей. Подросток постоянно пытается защитить маму, знаменитую актрису, и решить все ее проблемы. История «Хорошего сына» родилась за 2 года, а сам фильм снимался месяц. Мальчик просто пытается быть хорошим сыном, но если посмотреть на ситуацию извне, то он, скорее всего, будет плохим сыном. Многие фильмы демонстрируются на экране впервые. Режиссеры картин – профессионалы, участники Берлинского и Каннского фестивалей. Этот форум – площадка для тех, кому от 16 до 35 лет. Его девиз – кино о молодежи, кино про молодежь, кино для молодежи. В его рамках в течение 3 дней идет бесплатный показ полнометражных и короткометражных фильмов. «Краски мира» – это еще и образовательный проект. Для елабужан проводят мастер-классы. Обсуждение фильмов – поиск истины в этом главная задача фестиваля, говорят организаторы. По окончании обсуждения выявляется так называемый идеальный зритель. Приз получает тот, кто активно участвовал в дискуссии и высказал оригинальное суждение о картине. Лилия Жданова, Лисан Каптрашитова, Артем Пельтемов, Вести Татарстан, Елабуга.